Итак, ребята, начинаю свой новый влог. Начинаю его не совсем обычно, не в урочное время. Представляете, сегодня еще только суббота. Мой предыдущий влог у меня на канале появится еще только завтра. Но в том-то и дело, что он уже весь смонтирован, и мне не хочется его менять. Помните, я говорил, что посылка придет, скорее всего, на следующей неделе? Нет, ребята, представляете, вчера вот я записал последнюю часть прошлого влога, уже все смонтировал, и вечером поздно мне приходит смс-очка: ваша посылочка на месте, идите получать. У нас за ночь снега столько выпало. Ну, пойдем получать. Смотрите, какая красота на деревьях. Я люблю такое время. Ветра нет, тишина такая, и деревья стоят красивые. Ну вот это здание. Я уже пришел тут, 2 минуты шел. Кстати, помните, я вам говорил в прошлом влоге про чистый белый снег? Так вот он, наконец-то, выпал. Пойдемте получать посылочку. Ну вот, ребята, затащил я эту свою посылку. Неудобно было нести, она без ручек. Так вот, как принес, на кровать бросил, кровать еще не заправлена. Прямо вот сейчас тут и начну распаковку. Упаковано вроде хорошо. Когда все распакую, еще вам раз покажу. Ну, ребят, представляете, не удалось мне показать распаковку. Я как распаковал, так я офигел. Он мне прислал все в разобранном виде. Мне пришлось на скорую руку. Хорошо, я электрик, видите? Синяя изолента, значит, все. Где изолента, где шурупами. Собирать каркас, собирать полностью, считайте, компьютер. Ну, все вроде заработало. На новом месте у меня. Сейчас я уже устанавливаю систему. Он установил Linux, этот парень, что у меня. Но я с Linux не умею работать. RaveOS, говорят, лучше, конечно, но я привык с Windows. У меня есть, вон, флешка сейчас устанавливается старовычная. Вот здесь 2 видеокарты у меня, все работает. Сейчас системку установлю, все настрою, потом вам покажу. У меня здесь все рядом, и розетка рядом, и клавиатура, и мышка. И вот пока только здесь 2 видеокарты. Сюда можно еще 1. А эти 2 я взял со старой своей фирмы. Значит, туда тоже можно 2. Ну, все правильно. Еще можно плюс 3 видеокарты. Кстати, старую фирму я уже разогнал. Очень хорошо разогнал 2 оставшиеся видеокарты. Так что все будет путем. Ну вот, ребята, все и получилось. 2 видеокарты работают на этой фирме. Вот вы их, может, увидите. Их показатели, кому интересно. И 2 видеокарты на старой фирме. Это 1 видеокарта с подсветкой. Вот ее показатели, если кому интересно. Все у меня получилось. Ну ладно, ребята, извините, я сегодня не бритый. Буду заканчивать я эту часть, первую часть своего нового влога. Еще раз напомню, сегодня только суббота, еще 4 декабря. Мой прошлый влог только завтра появится у меня на канале. Вот как получается, небольшой нахлест. Все, я настроил, все наладил, уже целый час работает моя новая ферма. Добывает мне криптовалюту. Вот, хорошо. Температура нормальная, в норме. Разгон хороший, я так хорошенько разогнал. Ну, я знаю, до скольки можно. Вот, когда все 4 карты были на старой моей ферме, там с таким разгоном блок питания не справлялся. А теперь у меня эти 4 карты, 2 на 1 ферме, 2 на 2 разогнуты по максимуму. И у меня есть возможность еще докупить 3 видеокарты. Будем копить денежки, будем докупать карты. Будем расширять свой бизнес. Я к чему это все делаю, ребята? Я, знаете, у меня такая мечта есть. Я хочу, чтобы Рита больше не ходила на работу. Вот. Если все получится, то нам денег хватит. Вот. Все. Рита не ходила на работу вообще. И до пенсии, и дальше. Ну, в общем, чтобы больше она не ходила на работу. Такая у меня мечта. Ну, все, ребята, давайте. На этом я эту часть заканчиваю влога. Говорю вам пока, до следующих дней. Пока.
Итак, ребята, продолжаю я свой влог. Сегодня у нас уже вторник, 7 декабря, если я ничего не путаю. Вот. Пару дней я тут ничего не записывал. У нас, знаете, стояли такие трескучие морозы. Вчера, позавчера небо было ясное, солнце светило. И -20, -25, вот так примерно. Сидели дома, носу не высовывали. А сегодня погодка опять изменилась. Сегодня снежок пошел. Даже метель с утра была. Небо затянуто. Ну и температура поднялась. Мороз спал. Вот, сегодня я еду к маме. Сегодня 7. И послезавтра поеду к маме, это точно, потому что надо в поликлинику идти за рецептами и за лекарством. Вот, фермы мои работают более-менее стабильно. Приходится, конечно, пока контролировать, пока все настроишь там. Но я думаю, все будет нормально. Насчет видеокарт я решил пока не торопиться. Пока накоплю на такую же, которая у меня есть. Самая, ну, из них самая недорогая, это 1660 Super, кто понимает. Вот, если накоплю. А как накоплю, тогда куплю. А сейчас пока меня все устраивает. И доход, и расход по электроэнергии. Ну что, идем на автобус, поехали к маме. Поехали. В общем, мы с мамой как решили, приехала я сейчас к ней, вроде она и собиралась, хотела сходить в магазин вместе со мной, но что-то боится еще, опять спина у нее не совсем хорошо, ну, в общем, болит немножко. И мы с ней как решили, сегодня я сейчас схожу за водичкой, потом схожу один в магазин, куплю и продуктов, а ведь я послезавтра опять к ней прихожу с лекарством. И вот если она себя будет хорошо чувствовать, то послезавтра мы с ней сходим погулять в магазин или так просто. Вот, а сегодня она не пойдет. Вот такие дела. Ну что, за водичкой? За водичкой. Ну что, водички я принес. Иду в магазинчик. Мама мне специально много, небольшой список составила. Даже не список, так просто сказала, что и купить, но немного. В надежде, что послезавтра, 9 числа, сходим с ней вместе, и тогда уж там будет большой список. Вот. Там водичка, молочка надо купить, хлеба и еще чего-то забыл. Ну ладно, потом вспомню. Сколько голубей тут возле магазина. Ну все, все купил, все, что надо, купил. Пошел я к маме на дежурство. Вот, следующее включение, наверное, уже будет после дежурства, в смысле, следующая сцена. Вот. Ну ладно, ребята, дежурил я у мамы, сварил ей макарошек, спину ей натер. Все нормально, теперь к ней поеду послезавтра, если ничего не случится, я надеюсь на это. А на сегодня все, ребята, давайте пока. Наверное, до следующих дней, наверное, даже до послезавтра поедем получать моей маме инсулин. Пока, пока. Так, ребята, продолжаю свой влог. Не хотел я сегодня ничего писать, записывать. Сегодня еще только... В общем, сегодня 8 число. Только завтра, 9, я поеду к маме. Ну, пойду в поликлинику и, значит, потом к маме. Сегодня я никуда не собирался. Но все-таки так получилось, что надо мне идти, и надо мне идти сейчас, ребята, в позитронику, в магазин. В общем, не выдержал я. Ну, знаете, мы так с Ритой посчитали вместе, сели, посчитали. Конечно, если покупать все три видеокарты, которые сейчас мне можно дополнительно вставить в мои новые, в мои фермы,
то надо брать кредит 250 тысяч. Это довольно рискованно, ребята. Особенно если учесть, что летом, вот следующим летом, ситуация на рынке криптовалюты может резко измениться. И в какую сторону она изменится, это пока еще никто не знает. Поэтому мы, так сказать, сели, посидели, посчитали. Вот, и если... В общем, я сейчас иду, я взял кредит на одну видеокарту. На одну, не на три. Сейчас я иду в позитронику ее покупать. И до лета я по-любому этот кредит закрою. А больше брать страшно. А вот после лета уже будем смотреть, как и что. Как и что, какая ситуация будет. Но с запасом вот этой мощности, которая будет у меня еще вот с этой картой, я смогу и после, и далее заниматься майнингом. Может быть, на другой валюте. Не на эфире, а, допустим, на вороне. Это будет тоже прибыльно. Вот, так что идем в позитронику покупать видеокарту. Почему я сейчас иду именно в позитронику, сейчас вам скажу. Вы знаете, несколько дней назад я там покупал себе монитор, клавиатуру, кабель. И я там разговаривался с продавцом. Он сказал, что у нас есть... Вот эта видеокарта, которая у меня, которая мне нужна. Он назвал цену. И она оказалась даже меньше, чем в ДНС. Но это не так важно. Важно, что она вот лежит на витрине. А в ДНС надо заказывать и там ждать несколько дней. И дороже там. Вполне возможно, что за эти дни эту карту с витрины уже кто-то купил. Поэтому я немножко рискую. Может, сейчас домой приду ни с чем. Ну, там видно будет. Ну ладно, сходил не зря. Карту приобрел. Даже еще немножко осталось денег. Чуть больше я взял кредит, чем надо. Ну ничего, эти деньги тоже потратим. А кредит, я думаю, к весне, может, ну к лету точно выплачу. А там уже будем смотреть. Если кто понимает, будет POS или не будет POS с эфиром, там видно будет. Если не будет, то еще и лучше. А будет, перейду на ворону. Все, ребята, давайте. До завтра. Завтра я еду за лекарством и к маме. Пока. Итак, ребята, продолжаю свой влог. Вот сегодня уже 9 число, 9 декабря. Я сейчас еду в поликлинику. Время 11 час. К 11 мне надо быть возле кабинета на втором этаже. Возле кабинета терапевта, чтобы он выписал рецепты. Потом с этими рецептами я пойду на 5 этаж и там получу маме инсулин. Вот. А хочу сейчас рассказать еще немножко про вчерашний день, ну, про видеокарту, что я купил. Наверняка меня будут спрашивать те, кто разбирается в этом, какие характеристики. В общем, сейчас расскажу. Итак, кто понимает, у меня 6 видеокарт сейчас работают. Одна у меня рабочая в моем компьютере, 3 в одном риге, в одной ферме. И 2 в другой, в новой ферме. Вот, какие видеокарты? 2 3070. У меня все видеокарты зеленые. NVIDIA. Так, 2 у меня 3070. И 4 1660 Super. Вот, я не буду говорить, какая карта конкретно сколько дает мощности, мегахэш. Скажу общую сумму. Все вместе у меня получилось разогнать на 249 мегахэш. На 250 не получилось, 249. Но я думаю, это очень хороший разгон. Вот, кто понимает, тот подсчитает. 249 из 6 видеокарт, 2 3070 и 4 1660 Super. Вот. Теперь будем ждать доход. Видите, доход тут, вот сейчас расскажу для тех, кто не очень понимает. Доход зависит не только от мощности, доход зависит от удачи. Еще есть такая вещь — удача. Мы добываем криптовалюту так, колхозом, пулом. И вот, ну это, знаете, как будто вот выйдет большая бригада колхозников в поле, а в поле зарыты
драгоценности. И вот мы их начинаем искать, копать. Повезет, быстро найдем и много. Не повезет, больше на это время уйдет. Вот от этого доход тоже еще зависит. Ну, естественно, чем у тебя больше мощностей, чем больше у тебя лопат, сил, ты быстрее найдешь нужное количество этих самых драгоценностей. Все, эту тему я пока закрываю. Идем на автобус и едем в поликлинику. Ой, какой сегодня хороший день, мороз, солнце, день чудесный. В общем, получила я маме лекарство, но, блин, к сожалению, только на один месяц. Может, это связано с тем, что год кончается, Новый год скоро. Сказала, может, в следующий раз будет опять на два месяца. Но пока, значит, вот только на один. Значит, в январе снова идти. Ну, а сейчас идем к маме, несем ей инсулин и отдежурим у нее. Ну ладно, пойдем на очередное дежурство к маме. Интересно, как она сегодня осмелится со мной пойти в магазин-то. Хорошо бы ей прогуляться, погода довольно хорошая. Если потеплее одеться, то нормально. Ну там видно будет, пошли. Ну, в общем, отдежурил я у мамы сегодня. Мы с ней никуда не ходили. Ни она не пошла, и мне сказала, можешь не ходить. А я у нее был позавчера. Сказала, мне ничего не надо, у меня все есть из продуктов. А я говорю, ну туда и я не пойду. Вот, а просто погулять тоже не решилась, она опять у нее спина болит, я ей спину натер, помылась она, я ей помог, вот, пообедали, да вот я и домой иду, что еще, все, ребята, давайте пока, до следующих дней, пока. Итак, ребята, сегодня уже у нас пятница, 10 декабря. Вот, сегодня мне никуда не надо. Мама вообще сказала, приедешь ко мне только в понедельник. До понедельника у нее все хватает продуктов. Ну, если, конечно, не случится что-нибудь такое непредвиденное. Я надеюсь, все будет хорошо. Ну, а о чем еще рассказывать? Что вам еще рассказывать? Никаких новостей других нет. Насчет погоды, да, вот просто душа даже радуется. Давненько у нас не было такого хорошего начала зимы. Настоящая зима, снежная, холодная, нет слякоти. Вот. Бывают солнечные, морозные дни. Бывает, мороз чуть-чуть спадет. Вот сейчас минус 12, а то было 25. Но тогда идет снег. Идет снег. Очень хорошая погода. Особенно для тех, кто любит в такую, ну, зимой не сидеть дома, как мы раньше с Ритой. Там на лыжах, на санках, детвора. Это вот сейчас милое дело, такой декабрь. Помню, как-то было один раз, почти до Нового года вообще не было снега. И не так давно, просто забыл, который год, какой год это было. А в этом году вот все настоящая зима, прям с самого начала декабря. Это хорошо. Фермы мои работают, вот сейчас даже на них смотрю. Уже я еще там чуть-чуть поднастроил. Уже 250 мегахеш они у меня выдают. Вот, сейчас курс немножко просел эфира и биткоина. Но по 1200 в день моя аппаратура, в рублях я имею в виду, пока выдает. Не знаю, что будет дальше, какой будет курс. Вот. Сегодня пятница. Маме мне только в понедельник. Так что давайте так, я вот сегодня с вами так чуть-чуть поговорил. Ну, тут на 3 минутки. И завтра, вот если ничего не случится, никуда не надо будет идти. Завтра так, точно так же выйду на балкончик и закончу этот влог. Вот. Так что давайте, наверное, до завтра. До завтра.
Ну вот, ребята, и суббота наступила. Сегодня уже 11 декабря. Завтра этот влог у меня должен появиться на канале. Он немножко смонтирован, но не до конца. Вот, сегодня я вообще хотел просто выйти на балкончик и сказать вам, подвести итог недели. Но знаете, что я хочу снять? Почему я начал эту заключительную часть? С улицы. Я сейчас иду в магазин, в Пятерочку. Вот, вы знаете, что скоро Новый год, но, скорее всего, на этот Новый год нам будет не до праздников, и у нас, скорее всего, даже елки не будет. Не будем наряжать. Не до этого сейчас. Вот, а елочку я вам покажу сейчас. Мне так нравится в Пятерочке, как украсили, в магазине Пятерочка, как украсили сам этот магазин продавщицы. Молодцы, там такая красивая елка. Вот, сейчас вам ее покажу. Хотя бы такие елки буду показывать, которые в магазинах, раз у нас своей не будет. А своей точно не будет, ребята, не до этого. Сейчас, видите, у нас постоянно идет стирка. У нас сушилка постоянно разложена в большой комнате. Вещи Надежды Васильевны теперь еще появились. В общем, ну, не до этого. Вот, праздников пока. Ну так, праздников пока не будем праздновать. Ну, а сейчас я здесь покурю. Это мое любимое место с утречка для перекуров. И пойдем с вами в Пятерочку. Покажу вам красивую, небольшую такую елочку. И вообще, как магазин украшен, тоже мне понравилось. Молодцы. Ну вот как-то так, ребята. Показала я вам магазин, елочку в магазине. Так, немножко украшения новогодние, хотя бы магазинные. У нас сегодня хороший, солнечный, мороз и солнце, действительно день чудесный. Не знаю, сейчас камеру вам покажу, как хорошо на солнышке смотрятся замерзшие ветки деревьев и небо голубое. В общем, хорошая погода, но... Вот и мы с Ритой сидим дома. Так что, ребята, берегите своих родственников, особенно престарелых. Не давайте им падать. Видите, как бывает в жизни. Ну что, наверное, я буду сейчас заканчивать этот влог полностью. Сегодня уже суббота, мне надо его еще смонтировать. Завтра он у меня должен появиться на канале. Вот. Так что... А нет, ну есть еще одна новость, но ее можно и попозже было сказать, но раз уж заикнулся, скажу. Помните, Катя приезжала летом, внучка бабушкина, ну, моей мамы внучка, моя племянница. Так вот, она 3 января после Нового года на пару дней или на 3 дня вместе с подружкой они тут путешествуют, приедет бабушку навестить, это хорошо. Вот, ну и все. Давайте пока, до следующего выходного, до следующего влога. Пока.